Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Ильи. 53 тысячи самоцветов почти. Накопленные, причем вот так вот. Ник везунчик 906. Сейчас посмотрим, какой он везунчик. Что у него есть по героям. Так, нету донатных, заклинательницы, Афинки нету. Асурика, Махатмы. Ну, в принципе, так неплохо. Он находится в гильдии Страйкера. 4-4 места. Кидайте заявочки, вступайте. Если пропускаете БГАП, даже не думайте вступать. Вот так вот. Факела берем 20-45. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим, что у него тут делается по героям. Ну, такое себе. Это неплохо. Да, нужен пакт ему. Для Фрейки, либо для Анубиса, либо же для Тритона. Тритон, мне кажется, круче, чем Анубис, если ему еще зарядить с Купидоном, там вообще будет просто жесть. Да, с талантами тут, конечно, у него беда. Да, причем. Ну, то такое. Так, а что у него пройдено по подземкам? Интересно. Неплохо. До шестых добрался. Аджей. Так, окей. Ну что, поехали. Что будем терять время. Начнем. Очень он хотел Афину. Посмотрим, сможем ли мы выбить ему Афину. Кенди. Бигфут. Ну, блин, бигфуты падают, но не там, где надо. Многие хотели бигфута, но опять же. Ну, let's go. Бог грома. Блин, что-то вообще печально. 10к как в никуда. Посмотрите на это все. Это просто жесть, друид. Что за подстава? Ноль. 10к, ноль слизней. Офигенный везунчик. Поехали в рейд. Это просто жесть, ребят. Вот вам и рандом. Так, королева гарпий. Фараон. Да что это такое? Это просто. Вот это просто лаки. Вау, первый. За 15к, второй. Да уж. Капитан Рогатка. И Медуза. Я хочу посмотреть, хоть капитан Рогатка. Да есть у него капитан Рогатка, это просто жесть. Просто лаки от бога. Инди. Ара. Рину. Ну, такое, ну, блин. Я надеюсь, рандомчики справятся. Ну, Дед Мороз, хотя бы хоть что-то. Ну, вроде сейчас получше пошло. Леди Лео. Сердцеедка, суккуб. О, 11. Ну, уже полегче. Полегче уже чуть-чуть. Но это, конечно, пипец. Что я могу вам сказать? Просто жизнь, боль. Такими, конечно, роллингами далеко не уплывешь. Вот скажите, там, где надо, они не падают, там, где надо, они падают через раз. Ну,
Я не знаю, это какой-то, блин, проклятый рандом стал. Глазам своим не верю. Сразу музончик поменялся и сразу начал сыпать. Ну что, поздравляю, пакт мы собрали, по-моему, мне. Мне еще одного не хватает, я буду ржать, если сейчас у нас... Просто тупо за 11к опять не упадет, нифига, это будет эпик. Я думаю, все-таки должно упасть. Ребят, 5к осталось. Есть, ну блин, ну чё, поздравляю, подарок на днюху тебе обеспечен, просил Афину, мы тебе достали Афину. В принципе, отлично. Даже музычка у нас повторно переключилась, можно порадоваться этому всему. Огонь, просто огонь. Короче, у тебя есть Афина, у тебя, по сути... Но это не точно. Это пока не точно. Малышник. Бог грома. Ну. Это жесть, ребят. Это просто, ну. Вот это ролик-троллинг называется. За... Реально, за 11к нам не упал один слизень. Там за 10к сначала нам не упал. Просто жесть. Так, ладно. Делаем грязные дела, как обычно, на чужих аккаунтах. Но это просто жесть. Честно говоря, я уже не удивляюсь этому рандому. Просто, блин. Я надеюсь, мы сейчас выбьем. Я надеюсь. Дед... Нафига мне Дед Мороз? Нафига Влад Дракула? Это жесть. Я, честно говоря, просто в шоке с этого всего. Издевается рандом... Одевается рандом как может. Сейчас позабираем все такое. Ну блин, 16к и ни одного слизня. Это уже, мне кажется, немножко жесть. Хоть мы и, в принципе, выбили то, что хотели, но это просто уже вон. Ну, есть, там капитан Драйк, по-моему, нам упал. Так. Ну, в принципе, сделали все. Все good, very good. Думаю, будет доволен. Так, забираем отсюда все. Ну, как видите, сейчас посмотрим, сколько у нас ушло. Почти 60к. Ну вот так вот. Вот такой вот, ребята, рандом у нас. Офигеть. Просто офигеть. Сейчас я немножко почищу все. Давайте облики. В принципе, они все равно останутся. Так. Так, где внизончик?
Не хватает места на складе. Как я рад. Мы сделаем вот так вот. Вот так вот мы жестоко поступили на этом аккаунте. О, отлично. 10. Ну. Вот такое себе. Ну, афинка у него есть. Это главное. Так, отлично. Ну что, баст? Нет, каменка. Вот так вот. Не дали баста, зажали. Так, а что тут у нас? Пик. Стойкость. Так. Так, так, так. Блин, ну, конечно, круто нам нападало. Ну, поздравляю с афинкой. То, чего ты хотел. Ну и плюс скины, плюс некоторые герои, там уже дальше разберешься сам. Я побежал дальше по аккаунтах подписчиков. Все, пишите комменты, как обычно, лепим лайки. Всем удачи, всем пока.